Татарстанские авиаперевозчики в списке проблемных. На горячую линию, которая открылась неделю назад, поступили жалобы на авиакомпании республики. Об этом сообщили в Общественной палате России. По итогам звонков будет составлен рейтинг фирм по тому, как они соблюдают права пассажиров. Информацию о нарушениях принимают по указанному на экране телефону. Работает он с 9 утра до 7 вечера. Звонок бесплатный. Пожаловаться на работу авиаперевозчиков можно до 31 августа.